Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня знаменательный день. Я меняю свой ник в Роблоксе. RedCat YouTube теперь будет называться ORedCat. Все это мне удовольствие обойдется в 1000 робоксов. Ну что ж, ребят, я изменил свой ник и теперь можете меня называть ORedCat. Как вы, собственно, всегда и делаете. Наверное, я также изменю потом свой дисплейный для того, чтобы вы тоже к нему привыкали. Дело в том, что мне постоянно Roblox пишет, что это невозможно, вы нарушаете правила сообщества. Я решил все-таки не нарушать правила платформы и убрать слово YouTube из моего аккаунта. Также вы обратите внимание, что Previous Usernames пишет RedCat YouTube, так что все равно это имя будет навсегда закреплено за моим аккаунтом. Итак, ребята, обновляю страничку, и теперь я ORedCat. Это не нолик, это именно О, поэтому если вы в поиск будете вбивать нолик, то вы будете подпадать на другого челика. Обязательно именно используйте О. И, собственно, что еще хочу сказать. Да, ребят, если вы думаете, что это фейк, вы можете в поиск вбить мое старое имя. Мой никнейм RedCat YouTube. И сейчас давайте, кстати, я тоже это проверю. Посмотрим, кого он найдет мне. People. И давайте поиск. RedCat YouTube ищу. Он нашел мой второй аккаунт, ребята, и мой первый, основной. И он, кстати, внизу тоже подписано, что RedCat YouTube. Так что вы можете лишний раз убедиться, что это именно мой аккаунт. Ну что, ребята, вот такие вот новости. Это мне стоило удовольствие 1000 робоксов. И теперь, к сожалению, я буду называться немножко по-другому, а не так, как я и вы уже привыкли. Но ничего, я думаю, что через месяц-другой мы все привыкнем и уже не будем вспоминать, какой ник был раньше. Так что, ребята, ORedCat снова с вами, но уже с другим ником. Ну, собственно, на этом все. Спасибо, что смотрели. Всем пока!